Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Мы с вами отправляемся в Челябинск, где сегодня на стадионе Центральный состоится матч 17-го тура Леон второй лиги А в дивизионе золота. Челябинск принимает Муром. Ждем мы свистка. Поехали! Челябинск-Муром. Матч 17-го тура. Леон второй лиги А в дивизионе золота у нас с вами стартовал. И стартовал он с неудачным забросом Мурома вперед на правый фланг. Попытался там найти момент для открывания. Удар по воротам. Присяженко тащит и страхует сейчас. Есим своего голкипера. Пушкарев-то был рядышком. Пушкарев готовился. Ну, во всяком случае, или надеялся. Пошел Носов и угловой подавать. Здесь без розыгрыша решили челябинцы. Удар по воротам. Но выглядело это действительно куда страшнее, чем по итогу оказалось на самом деле. Ну, затем, затем небольшим исключением, что все-таки было указано футболистом Мурома. Главу разыграли. Удар по воротам. 1-0. Челябинск выходит вперед. Вот так быстренько подали туда, в район ближней штанги. И что интересно, сразу бросили взгляд челябинцы на лайнсмена. Футболистам подсказать. Но вот они сами подходят к чужой штрафной площади. Удар какой! Задирака не сразу добирается до мяча. А здесь офсайд. А здесь офсайд. Фиксирует арбитр. Хотя-то выглядело, конечно, это все максимально погранично. На самом деле, ух, какая хорошая передача. Нужно сейчас решать этот момент. Остается мяч у Мурома. Еще один удар. Задирака справляется. Как-то мне показалось, что Янов несколько постеснялся. Здесь неплохо. И нужно бежать. И должен это делать Пушкарев. Пушкарев мчится. Дальше делится с партнером. Носов удар. Выше мяч пролетает, там присяженка мяч кинули, тут его в ворота с досады перевел, там действительно угловой, ну как Пушкарев стремился. А пока что правым флангом Муром отправляется в штрафную, чуть-чуть не хватает Чупину для того, чтобы замкнуть этот прострел. А пока Носов устремляется к чужой штрафной площади. Носов, удар по воротам. Рядышком. Но не с той стороны. Но разница забитых и пропущенных у команд абсолютно равенство. 17-17. Подходит Челябинск. Присяженко тащит. Носов добивать. Это немножко не туда. У 11-го номера. Команда Романа Пилипчука, и вот она замена. У Мурома все на втором этаже спокойно, а вот подбор-то остается за хозяевами. О, хорошая передача, какой! Носов! В ближний угол! Причем еще и под перекладинку пытался проверить Присяженко. Паласки во фланг. Хорошо. С Габидуллиным обыгрались. Паласки в штрафную. Чуть в центр. Самсонов. Удар! 1-1! Вот это попал Артем Самсонов! В гнетущей тишине Муром отмечает это взятие ворот. Ну а еще бы, этой гнетущей тишины здесь не было. Челябинские болельщики, мне кажется, несколько сейчас будут в ярости. Вы посмотрите, скидка получилась. Хотя у нас в России обычно заключительный тур играют в один день в одно время. Это над перекладиной показывает арбитр, что было касание. В борьбе подходит Челябинск. Снова к воротам. Удар, и должен был сейчас Пушкарев решать. Даже, наверное, не должен был, а обязан был решать этот эпизод. Там еще нужно, чтобы все остальные звезды сошлись. Теряет Мура мяч на линии штрафной площади. Это не Бахтияров, это Вазиддинов. Ну что ж вы, господин Вазиддинов-то?
Не знаю, может быть, там, конечно, Рудин 2 не повезет. Правда, играть-то в Москве придется последний тур Челябинску. Приходит снова команда Пилипчука к чужим воротам. Ему, как сегодняшняя практика показывает, много не надо. Азявин с мячом, это опасно. Азявин отдает Самсонов. В дальний браво Владимиру Задираке. Задирака выручает Челябинск. Решение, точнее, как не решение, да, облегчение задачи побороться за прописку в золоте. Все, 1-1. Ну, я Вячеслав Илюшин, благодарю вас за внимание, благодарю коллег за работу. До скорых встреч, до свидания, пока.